Здравствуйте, уважаемые студенты и преподаватели Института культуры. 15 апреля мир отметит юбилейную дату – 570 лет со дня рождения великого художника и исследователя Леонардо да Винчи. Научная библиотека не может остаться в стороне от этого юбилея и представляет новую выставку «Великий Леонардо» в секторе литературы по дизайну. Один из титанов итальянского возрождения, Леонардо да Винчи стал ярким примером универсальной личности. Он был не только живописцем, но и скульптором, архитектором, инженером, естествоиспытателем. Издания, представленные на выставке, дают возможность познакомиться с разными гранями деятельности гениального мастера. В иллюстрированных альбомах можно увидеть его живописные работы и графические наброски. Книга «Мастера искусства об искусстве» откроет читателям Леонардо-теоретика, рассуждающего об искусстве, живописи, о пропорциях и перспективе. Здесь же можно найти выдержки из знаменитого Атлантического кодекса Леонардо, собрание его рукописей, касаемых архитектуры и инженерии, ботаники и анатомии. Известен интересный факт, что свои записи Леонардо вел зеркальным почерком, левой рукой справа налево, возможно, надеясь таким образом сохранить в тайне свои открытия. На выставке представлены книги, в которых подчеркивается роль Леонардо в науке, в изобретении им технических механизмов, которые появились лишь спустя несколько столетий после Леонардо – парашют, танк, велосипед и многие другие. Опередивший время на 500 лет, Леонардо обладал проектным мышлением. Методика его творчества сродни современному дизайнерскому проектированию. И об этом свидетельствуют некоторые издания на выставке, в том числе учебное пособие для художников-дизайнеров. Новая выставка представит и мультимедийные издания, DVD-диски об Италии и потрясающее мультимедийное шоу в каменоломнях «Карьер де Люмьер» в Провансе, в котором оживают полотна трех знаменитых титанов Возрождения. Кроме того, на выставке можно почитать и современную художественную литературу. «Воскресшие боги» Дмитрия Мережковского, «Почерк Леонардо» Дины Рубиной, «От да Винчи» Дэна Брауна. Все они так или иначе связаны с именем и творчеством Леонардо да Винчи, человека-загадки и человека-легенды. Приходите на выставку и попробуйте разгадать загадку великого гения.